О, мама! Так. Всем здорово, ребятки, с вами Витёк, и это самая брутальная игрулина Killing Room. Да не самая брутальная. Борода Дэна Илзериана. Классно. Вес 104, высота 192. Вот такого вот нам Скайуокера дали. Нормальный режим сложности, конечно же. Уезжаем в бой. 40 лайков, 60 хп. Зачем так много хп мне наделали? Защиты 11, мало. Скорость, очень маленькая скорость. Очень маленькая скорость, очень маленькая точность. Жалко. Лучше бы поменьше здоровья было бы. И куда-нибудь в скорость бы это все вбухалось. Ну ладно. Поехали. Поехали мочить. У нас новое оружие. Я, кстати, понял, как лучше всего убивать. Лучше всего убивать, ребята, их по 4. Этих монстров. Ну, подряд по 4. Потому что первого убиваешь, просто убиваешь. Второго убиваешь, это двойное убийство. Третьего убиваешь, это тройное убийство. И четвертого убиваешь, это мега убийство. Все, дальше следующего, каждого, за каждого последующего, ребят, ты его убиваешь, очки не дают. То есть нужно их убивать по 4 штуки. Ну, либо там 4 плюс 2, например. Больше получишь, чем всех шестерых сразу убьешь. Вот такая вот заморочка. Я вот, когда видео нарезал свое, я смотрел, сравнивал, как надо убивать. И вот пришел к этому мнению. Что, у вас всего лишь трое? Тройной килл. Видите, двойного килла не было, сразу тройной. Опять мало получил. То есть нужно вот, именно не пропуская все вот эти вот... какой капкан стоит. Да, я реально пипец медленный. Двустволка, ребят. Ну, в принципе, к ней можно вернуться будет, когда мы... Слушай, какой же я медленный, а? Я просто небесный тихоход. Когда мы после босса потратим весь автомат, можно будет вернуться за двустволкой. Мой перемать, что это такое? Двойной килл, трипл килл, зачет. Не стреляй в меня. Зачет, отлично. Карта Джокер. Взять карта Джокер. Что это такое? Рарка. В 20 веке, господа, Джокер, герой Готэма, храбро сражался с гигантской летучей мышью или, может, вампиром. Это карта, дань уважения его отваге. Следующий предмет, который вы приобретете в магазине, будет оплачен картой Джокер. Вот оно что. Это халява, ребят, это надо в магазин идти. Ну, неплохо. В магазинах бывают там какие-то арты за сколько-то там... Это как? А, это я кританул, прикиньте. Плюс 25 популярности. Ну, как вариант, в принципе, если в конце будем не будем успевать набрать себе 62, тогда придется взять эту штуку. Так, там я был уже? Я забыл. Кажется, был. А, там двустволок лежит как раз-таки. Погнали дальше. Тихо. О, отлично, горкилл сделал. Теперь можно с этими позабавляться. Прикиньте, я куда-то залез, но, по-моему, как-то отрикошетило. Спасся каким-то образом. Отмычечки. Погнали дальше. А, в них 3 патрона надо, да? Ну, значит, в этого 2, в этого 2, в этого 2, а теперь всех троих убиваем, смотри. Пу-пу-пу. Зачет. Так, что тут у нас продается? Резиновые руки. Это не очень хороший артефакт, чтобы прямо убрать и покупать сейчас. Он неплох, но... Нет. Нет, это не вариант его брать. Погнали обратно. Ну, значит, в магазин пойдем. На следующей карте. На втором уровне. Я так уже уверенно говорю, что я как будто до второго уровня дойду. Что это там? Утя! Так, ну Утя это у нас 20 репутаций. Того 70. Зачет, в принципе. Чего бы и нету. Так, немножко броньки.
Ну пошли, наверное, тогда забавляться с Черепанычем, с местным. Убиваем Черепаныча, остаемся при своих, забираем двустволку и валим. Чё нет-то? Давай автомат, работай. Правда, автомата не хватит полностью, чтобы его убить. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-ра. У-ху-ху-ху! Ты чё такой дерзкий? Опа! У-ху! Готов. Рум комплит. Так, бабосики. Что у нас здесь, отмычечки? Хелс, магазин. Так, ну погнали, возьмем двустволку. Заберем двустволку. Да, в принципе, и... Так, двустволка вон там. И, в принципе, можно телепортироваться на следующий уровень. Здесь больше ничего нам и не нужно. Так, бери дробовик из магазина, он крутой прокачанный. С чего ты взял, что он там крутой прокачанный? Там точно такой же дробовик, как и здесь висит. Вообще один в один. Дробовик хорошо зайдет у нас на боссе с третьего уровня. Как там дела с гвинтом? А я что, знаю, что ли? Ну, в принципе, 64. Должно что-то получиться. Поехали. Так, подарок зрителей. Два подарка, прикиньте, ошейник с шипами. Этаж пройден, герой. Хорошая собачка, хорошая собачка. Ай-яй-яй, агрессивные монстры слишком тесно к вам прижимаются, они наткнутся на этот ошейник. И легендарка какая-то. Отныне во всех найденных стволах на одну единицу больше боеприпасов. Чё? Непонятно зачем. Ну, как обычно, голосование не работает. Ну, я уже на самом деле привык, что в этой игре что-то не работает. То есть нам ничего за голосование не дадут. Так что расслабляемся с этим вопросом. Так, здесь немножко точности. Здесь добавим скорости. Здесь особо делать нефиг, так что берем, наверное, броню. Жалко, что нельзя оставить на что-то более дальнее. Ну, значит, берем броню. Продолжить. Что-то меня как-то отвернуло от входа. Так, как бы нам здесь 62 набрать? Может быть, надо было все-таки взять плохой предмет там в конце? Ну ладно. Герой, популярность. О, это круто. Это круто, в смысле. Давай, по 4. Раз, два, три, 4. Ай, куда капкан? Черт, Витя, беги! Сраный капкан. Что-то как неудачно, да, получилось? Блин, с этим... Сколько? Тридцатку просрал? Тридцатку просрал здоровье. Ладно, восстановим. Не проблема. Кто здесь капканы понатыкал так, что их не видно нифига? Прям вообще раздражает это. Поехали. Так, снеговики. Бум-бум-бум-бум-бум. Уходим. Уходим, уходим, уходим. О, ящик. Уху, я застрял в чем-то. Да какого хрена? Где я там застрял? Долбаная багованная игра, а? В чем я застрял? В чем здесь можно было застрять? Вот между этими двумя ящиками, что ли? О, мама! Что я сделал, а? Как я здесь застрял? А, вот так вот застрял. Прикинь, между полкой и ящиком. Ну вот это везение, а? Вот это я дал, а. Ладно, погнали дальше. 72. Молоток, Витек. Тихо-тихо. Я так понимаю, нужно... Знаете как? Первый раз заходишь, сначала исследуешь комнату. Блин, опять дробовик стоит. Так, ну чё, чайники? Идите ко мне. Чё, вас трое, да? Ух. Взял и прям на меня сел. Во дает, а, чукча. Да хрен с вами, вас не убить. Да пипец, ребят, я так сдохну сейчас. Что за фигня?
Зато патрон у нас теперь в дробаше. Да, теперь главное выжить. Что-то как совсем печальненько все стало. Я не понял, почему так. Ладно. Сейчас, я думаю, соберемся. Соберемся, сделаем какую-нибудь пакость. Тихо, тихо. У меня очень медленный парень. Очень медленный парень, возможно, в этом проблема. Трипл килл успел даже сделать, а? Вот молоток. Вскрывать гробы не хотелось бы. 69, я пока до финиша еще дойду, еще там несколько раз будет отнимать у меня. Поэтому, ребят, либо доходим так, либо никак. Ууу, какая вещь. Твою налево. Все, кажется, Витя сейчас сдохнет тут. Какие-то они дерзкие стали, кстати. Они раньше по-другому были. А-а-а! Сколько у вас тут... Все, хана? Нет, не хана. Взрывай. Дабл килл. Ага, подошел ко мне, ошейник сработал, прикиньте. Так, еще дабл килл. Фух, блин, 3%, ребят. Ну, 3% можно запускать колесо, если дотянусь. Давай, запускайся. Ну, блин. Где-то было. Вращаем. Вообще, прикиньте, сдохну. Вот это вообще номер будет. Nothing, bad item. 3000. Ну, 3000 тоже неплохо. Победа в колесе фортуне. Колесе фортуне. Так, мне кажется, пора вскрывать сундук. Пора вскрывать гроб. Потому что я не дойду, если не вскрою. А какую кнопку вскрывать-то? Е? Мышкой? Мышкой. Ай, блин! Да что ж ты будешь делать? Сколько отнимут? Пятюня. Ну, хотя бы чуть-чуть полечился. Маловато, конечно, маловато будет. Ладно, будем терпеть. Сейчас, глядишь, может, что-нибудь найдем классное. Блин, 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 синие бошки. Что там взорвалось-то? Я тут ни при чем. Оно само. Так, и вот этих троих лопаем просто. Жахнуло так классно. Что это такое? Взять старые носки, ребят. Отключите передатчики запаха. Находящиеся поблизости враги получают урон от вашего биологического оружия. Блин, какие-то новые арты пошли, которых я не видел еще даже. 77 опять. Опять 77, это приятно. Можно полечиться и сделать себе 57. Не хочется 57. Можно, в принципе, вскрыть еще один гроб попробовать. Сложный, нет, сложный я не вскрою. Там где-то еще гроб был, по-моему. По-моему, вот в этой комнате гроб был, нет? Да, вон он. Легкий, давай легкий вскроем. Так уж и быть. Ну, легкий одно удовольствие скрывать. Давай, хилочку помощнее. Облом. 5% всего. Ладно, погнали дальше. Сколько, 18? Беда. Нафиг, я решил делать так. Все равно патрон много. Какая польза будет, если я умру? Да умрите вы, чё? Такие бла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 лal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 
Отмычечки. Ящики есть. Ящики есть. Так, ну где-то же должен быть магазин. Не может же на этаже не быть магазина. Сейф, X25. Знаю.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать. Один, двадцать два, три, два, четыре, двадцать пять. Сорок два, ноль, восемь. Ага, сорок два, ноль, восемь. У-ху-ху-ху! Что это? Ноу Про. Легендарка. Благодаря глазной камере Ноу Про зрители будут видеть то, что видите вы. Вы получаете больше популярности за свои действия. Ууу, Lucky Me. Атас, классная штука. О, хилочка, спасибо тебе, игра. Дала хилочку. Так, сундук. Так, что же будет дальше? Вот сейчас я там, наверное, и останусь. Уходим. Тихо, тихо. Come on, you motherfucker. А, здесь как раз таки магазин. Отлично. Так, что здесь продается? Смотрите. Взять практическое пособие по вампиризму для сосунков. Я не знаю, что это такое. Я первый раз вижу такой артефакт, мне кажется. Либо какое-то ружье. Но у меня есть двустволка. У меня есть довольно-таки мощный классный двустволк. Я думаю, я ее пока оставлю. Ну давайте купим сосунков. Я правда не знаю. Возможно, это просто обычный какой-то предмет за 1500. Хотя у меня же много людей, которые играли в эту игру. Подскажите, пожалуйста, брать или нет? Бери, пишут. Ну да, возьмем. Рарка. Рарка, это значит уже неплохо. 10% шанса получить один здоровье от каждого убитого врага. Ну, если честно, так себе артефакт. Ну, зато 10% шанс от каждого убитого 1% получить. Ну, маловато, честно, да? Что еще, взять аптечку? Бесплатно? Я не понял, у меня же Джокер что, должен был потратиться, разве нет? Рю 750. О, покупается! Черт, это баг! Это баг, ребята, я покупаю все это дело. А, ты смотри, а, это вот из-за Джокера баг, прикиньте. Ладно. Ладно, хорошо. 33%, ну, тоже неплохо. Ну, конечно, на снеговика с 33% заходить. Тут еще вопрос. Давайте посмотрим, что здесь будет. О, воу! А, о, это... А где они там все помирали-то, я не понял. Сами друг друга запилили, что ли? Генератор пушки. Нет. Нет. Нет, генератор пушки мне не нужен. Что здесь еще есть интересного? Такие огромные комнаты пустынные. Генератор пушки нам не надо. Ну, собственно, все, пошли к боссу. 36% и 5 брони. Но, в принципе, смотрите. Если я в процессе там минус 20 сделаю, это будет у меня тогда 58, мало. Надо как-то где-то еще полечиться, господа. Гробы. Гробы, надо еще лечиться. Средний гроб. Давай вскроем средний гроб. Не понял, почему не открыла? Да елки-палки, сейчас все отмычки солью. Фух, справился. Ну давай, Гробецкий. О-о-о, спасибо тебе, игра. Ну, получать плюс один патрон? Нет, не нужно. Ну, теперь можно, в принципе, пойти попробовать. Ну что? 56.5. Погнали. Видите, используй генератор пушки после босса. Ну, знаешь, двустволка отлично работает и на... Этом, как его, на червяке. Так что, наверное, скорее всего, нет. На-на-на-на-на. Тихо. Уф, чайник прямо на... Ух ты ж, блин, как она хорошо ему чайник-то снимает. Ни хрена себе вот эта пушка.
Вау! Охренительная пушка, ребята! Я что-то аж расслабился даже. Блин, промазал. Вообще просто в чайник ему 3-4 раза и до свидания. Нажираемся аптечек. Бронька. Не, знаете что, я, наверное, пойду возьму... Мне очень нравится дробовик. Я понял его смысл, он очень крутой. Давай, хоть патроны по одному добавляются, но все-таки это круто. 67 у нас осталось. 100 рублей от Юрия Туровский, привет, ломай игру. Как Вайзеки, надеюсь, в этот раз подальше пройдешь, чем раньше. Удачи, больше подписчиков и хороших вещей в Келинкруме. Спасибо. Спасибо. Так, опять два артефакта. Резиновые руки опять нам дали, смотрите, ядерная нанобомба. Вы наносите на 50% больше урона автоматом с разрывными патронами. Ну, понятно, у меня такого автомата нету. Голосование не работает, как обычно. Точность, сотка. I never miss. У меня ачивка открылась. Выносливости тоже очень мало. Я это чувствую. Давайте, наверное, одну скорость, одну выносливость. И здесь, я думаю, возьмем в броню. Ну, смысла особого нету в другое что-то брать. Продолжить. 48% сложности нам нарисовали здесь. Ну, пошли. Ой, там что-то взрывается. Так, давайте, бошки, слетайтесь вместе. И мы за вас хоть что-нибудь там получим. Давайте, давайте. Кооперируйтесь. Они вместе считаются уже или нет? Давай вот на ту штуку их посадим. А чего вы так взлетаете-то? Как-то криво летают. Ладно, так убью. А, надо же. Живучие какие, а. Блин, мне еще из-за вот этого вот, из-за GoPro все приходит плюс 30%. Это вообще охренительно круто. Это просто имбовый артефакт, я вам так скажу. На 30% больше рейтинга. Очень круто. Господи, там что-то происходит где-то. Меня паук жрал. Или червяк. Ни хрена себе он меня пожрал. На тебе, падла, в лицо. Блин, тихо, что тут? А, нет, показалось. Так, бронька. Ящик. В ящике пусто. Капкан. Продолжаем наше путешествие вперед. Блин, черви. Бежим. У, капкан. Фух, зачет. Так, автомат. Эй, червяк. Че ты ко мне жопой-то повернулся? Заморозил. Ууу, супер, заморозил. Дабл килл на червяках, ребят. Вот это номер. Я как какой-то терминатор хожу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Нужно найти быстрые руки. Тварь, что такой дерзкий, а? О, нифига себе, тут выбор оказывается из пушек. Ножницы, винтовка, автомат. А что если мне что не нужно из этого? Мне же из этого ничего не нужно. Меня дробовик устраивает. Был бы дробовик, я бы еще дробовик взял бы. У меня сейчас, ух, патрон был немерено. А так, в никуда. Ну, в принципе, поехали дальше. Что делает мышеловка? Попадаешь в нее, минус 5 здоровья, как мне сказали. Я думал, она сразу убивает, но нет, минус 5 здоровья. Так, смотрим, что в соседних комнатах. А, использовать настройки. Настройки, ребят, что за настройки? Какие настройки? Настройки. А, 2106. Прикиньте, я догадался сам.
Я сам догадался. 900 монет. Интеллект просто. Человек-интеллект, какие аплодисменты. И там магазин будет. Ну пошли, деньги-то есть. О, господи, боже мой, я слышу, как паук за мной бежит. В смысле, червяк. Вы меня поняли. Куда ты делся? Я тут по кроватям скачу. Ха-ха, нормально его взорвало, да? Прикиньте, они сами что-то там взрывают. Так, всего лишь один остался. Странно, здесь тоже монета. Это еще 1000 с чем-то, 1600. 6350 денег. У меня никогда столько не было в этой игре, ребят. Впервые в этой игре Витя набрал 6350 денег. Здесь ничего не появилось. Пошли вскроем, наверное, холодильник тогда и валим, собственно. Еще денежка. Еще немножко денег. Возвращаемся. Тебя просто одариваю деньгами. Так это же магазин теперь нужен какой-то с... Хотя, получается, я могу хилки там покупать, еще что-то. Ну, не такие хилки. Так, 64. Какая-то огромная локация. Вот это взрыв. Вот еще где-то есть. А вон червь там ползает вдалеке. Блин, с такой хоть сверхогромная комната. Супер огромная комната. Патроны. Ну, это если вдруг сменим пушку, тогда возьмем патроны. Потому что плюс один патрон на дробовик, как я уже говорил, это как-то прям не котируется. Вы посмотрите, сколько здесь ловушек стоит, я ж заикал. Что-то там страшное светится, смотрите. А, ненавижу этих чертей! Я не понял, попал или не попал по мне? Эй, парни. А меня-то за что задело? Беги! Ты варюка, а? Попадает еще, главное. Убил. Подленские вот эти парни, ненавижу их. Это самые мои ненавистные. Опа-на, ребята, что я нашел? Опять какой-то баг очередной. Йо, опять бабла немерено. 8250! Ёпарасоте. Мне срочно нужен магазин, ребят. Я там могу купить все, что угодно. Тихо-тихо, я помню, здесь очень много-много гадостей стоит. Все это перепрыгиваем, идем. Фух, с богом. Так, черви. Черви есть. Червей вижу. Блин, дерзкий. Дерзкий червь, готов. Ну что, один остался. Так, какой-то артефакт. Что это такое? Взять магнитный холодильник. Легендарка. Вы наносите на 50% больше урона пушкой Гаусса. Что-то я легендарками вообще снарядился. По полной программе, вы чувствуете? Только применение мне как не могу найти, потому что у меня нету этих пушек сраных, которые они тут требуют. Которые они улучшают мне. Типа улучшают. Ладно, погнали дальше. Ёлки-палки, опять эти черти. Здесь еще и эти есть. Какие же они каменные. Какие же... Блин, пауки. Господи, боже мой. Срань. Когда ж ты умрешь, а? Фух, слава богу, сдох. Ну, конечно, на червяках сделать даблкил, это надо еще постараться. Да, это очень тяжело. Так, что здесь еще есть? А, это не ящик.
Наверх. Покажи вещи. А что тут смотреть? О! 4 легендарки. Ну, GoPro это вообще самая крутая штука, ребят. Ну, уж очень крутая штука. Мама. Пиши, пропало. Сейчас, видите, тут сольется. Блин, тут еще колесо фортуны. Мазафака. Бежим. Так, что будем делать? Можно заморозочку прожать. Немножко попроще станет. Бум, хедшот. Уху! Черт, у меня здоровье почему-то стерлось. Ребят, сколько у меня здоровья? Как узнать? Вы умирать будете? Нет. Нормально сдриснуло его сразу, да? Ну, конечно, снеговиков тратить. Пистолет надо. Пистолетом их всех. О, даблкил. Еее, крутяк. Опять даблкил. Но все лучше, чем ничего. Так, осталось 2 снеговика, по сути. По сути, каждому из них по ударчику. Фух, справился. Ружишку прожиряжаем. Ууу, хилочка. Ну, 60 максимум стал, отлично. Ну что, будем крутить или ну нафиг? А вдруг смерть? Ну это, конечно, печально будет. Давай, вращай. Пригнись. Так, смерть прошли уже. 2 items. Nothing. Вот 2 item было бы прикольно. Но я крутил в основном из-за того, чтобы рейтинг поднять, если честно. Ну, блин, 2 айтема было бы прикольно получить. 72,5. Едем дальше. Там еще магазин, кстати, рядом. Ёлки-палки, вот это вообще ад. Свали, черт. Блин, еще один. Жесть какая. Да ты умрешь, нет. Ай, черт. О, всего лишь единичку отнял почему-то. Почему-то всего лишь единичку отнял его выстрел. Тихо. Оп, волна. Блин, а чё ты не перекидываешься, столик? Фу-у-у. Фу-у-у. Даже даблкил смог сделать. Фу-у-у, отлегло. Всего лишь 4% здоровья потратил. Ну, говмагаз. Вот это неожиданно. Хорошо. Так, он не заметил, нет? Так, очень много этих засранцев здесь. Мне нужно сколько-то собрать, ребята. Мне нужно собрать сколько-то рейтинга. Потому что я вхожу к боссу, смотрите, у меня минус 6. А, нормально. Минус 6, это 63 остается, все, терпимо. По минимуму, но пройдем. Как тогда даблкил? А куда тот чувак делся, там вдалеке ходил, запускал? Странно. Так, ладно, смотрим. Эй! Прикиньте, десерта нету, который можно купить. Вот это не задача. Вот это вообще не задача. Не ожидал. Так, давай броньку купим.
Да, собственно, здесь как-то больше и нечего брать. Винтовку я могу пойти не покупать, а могу пойти и взять, там в самом начале у меня лежит. О, холодильник. Еще немножко брони. Ну, в принципе, на червяка-то должно хватить. Ну, поперли, что ли? Витя, стой, возьми коробку за 100. Ну, погоди, погоди, там может быть очень плохой артефакт. Ты уверен, что это стоит брать? Я лично не уверен. Вообще не уверен. Вот просто даже не хочу пытаться. Так, берем дробаш. 31% у нас есть. Ой, 31 патрон. Главное в этот раз не забаговать этого червяка по полной программе. А то он пипец. Какой-то неженка. В этот раз дверь закрылась. Так. Пока все просто. Этот убежал. Давай перезаряжаемся потихонечку. Так, говнючки повылезали. Тихо, тихо, тихо. Ай! Что произошло со мной? Я, кстати, не понял, что произошло, но хп вроде не отнялось. Блин, а вот теперь отнялось. И два раза отнялось. Но это дерзость. Так, вылез. Давай, давай. Все очень просто. Механические действия. Так. Что это такое? Что за хрень? Так. Червяк, привет. Он кусает меня. Ай! Что это было? Вот ты какой шустренький, а! О, господи боже, вы что происходит? А, это он опять. Он уже готов. Давай, 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 за этот раз мы должны его убить. Как так не добил? Так, неплохо. Босс убит. Ну, очень даже неплохо. Пистолет. Shiny. Так, хпшеньки. Пол хп. Немножко броньки. Ну, вроде бы, очень даже неплохо, господа. Пойдем ли мы менять дробовик? Я думаю, нет. Мне он очень нравится. Калашминатор. Штурмовой винтовки вы наносите на 50% больше урона. Ну нафига. Найти все. Каждый предмет, хороший, плохой или постоянный, дает вам 0,5% к параметру боеприпасов и урона. Ого! Ого! Это сколько у меня сейчас боеприпасов будет? Девять. Так, нужно 15, насколько я помню, чтобы был дополнительный патрон. Соответственно, смотрите, я делаю 14, и сейчас там какой-нибудь артефакт подбираем на этаже и получаем 15. Супер. Так, здесь выносливость. Скорость еще нужна. Нужна еще скорость. Давай. Так, здесь пара броник. Дурдом. Видимо, они посмотрели, что у меня 70% лайков. И сказали, ну-ка давай-ка мы тебе сейчас усложним все это дело. Ну, пошли. Так, для начала... Блин, стрелячий зомби. Так, сначала примеряемся к парням.
7 еще, да? 7 патрон. Надо 15% реально. Мне 1% не хватает. Фига себе, снеговику прям в чайник дал, все, сразу трупан. Ой, спасибо за донат. У меня такое ощущение, кстати, что... Что-что? Не помню, что хотел сказать. А, что этот пистолет дольше перезаряжается, мне кажется. Вот, что я хотел сказать. Так, здесь главное взрывающиеся зомби, помните, которые меня в прошлый раз... Господи, зомби-черви какие-то. Что-то полетело. Тихо. Да господи, что ты меня жрешь-то, а? Больно же. Меня больше все червь смущает, если честно. Все, готов. С зомбарем сейчас разберемся. Я, может, еще трипл килл получится сделать, давай. Да. Даже трипл килл. Браслет дружбы 7000, ребята. Ну, в принципе, у меня есть 7950. Но мне его надо брать. Мне нужны проценты. Мне нужен... Ну, это что-то крутое должно быть за 7000-то. О, там же браслет дружбы, пишут мне в чате. Бери, пишут. Ух, ё! Офигеть, плюс 8 урона, плюс 8 здоровья, плюс 8 выносливости. Он создан из хвостов фей, боритесь за дружбу, и вы станете намного могущественнее. Охренительная шмотка! 14,5 хватит. Да, 14,5 достаточно, чтобы появился еще один патрон. Круто. Бомбезно. Так, что здесь у нас? Отмычка сойдет. Дружба — это магия. Да, бери коробку. Да сейчас, конечно. Я понял, что коробки здесь не нужны. Заходим в следующую карту. Так, 3 зомби прям в упор стоят. Ох, черт! Вот это вообще классно напоролся, да? Ну, хотя бы трипл килл. Да, это не классно, меня сейчас обжарили. Погнали сюда. Сейф. Темнота — твой враг. Не понял. Где темнота? Что делать, ребят? Ребята, что делать? В свет. Иди в свет. Так. И что? Ищи выключатель на стене. Я уже не успел. Я не понимаю, что нужно было сделать. Puzzle failed. Итак, что нужно было делать? Темнота — мой враг. Здесь есть две лампочки. Стрелять в лампочки надо было? Что за бред? Что за бред? Ладно. Я не знал, что в лампочки стрелять вообще можно, если честно. Оказывается, можно лампочки расстреливать. Вот это номер. Хорошо. Прибавь яркость. Потолок. А, стрелять в темноту. Там была где-то темнота в потолке. Сейчас пойду проверю. Что я должен был увидеть? Где топор, что ли, есть на потолке?
судя по всему, здесь где-то пароль был на потолке. Черным на черном, да? Хорошо, ладно, погнали. Господи, боже мой, что же вы все стреляете-то, а? Вообще охренели. Дерзость-то какая? Блин, жесть. Как они меня вынесли? Черт побери, 9% оставили. Hello, мазафака. Так, пошли искать лечилку. Так, броня, 20 брони есть. Так, а здесь? Здесь что-то было? А, здесь оно появляется, если вскрываешь. Офигеть, как же они меня расстреляли-то, а? Что у меня здесь было? Популярность тоже. Сплошная популярность. Магазины. Деньги. Так, ну можно аптечку купить. Сколько? 950. 450. Чуть лучше, чуть мягче стало, но все равно. Полечиться-то негде. Можно, конечно, взять все-таки броню за 12. Я даже сказал, надо брать. Без нее что-то я чувствую не выживу. Потом придется как-то, ребята, выкручиваться. Че ты, тварь, полетай! Жесть, опять изнасиловали всего. Плохо. Пошли дальше, ладно. Витя, открой гроб. Пишут мне. Блин, опять стрелки. А стрелки, блин, и пауки эти сраные. А-а-а! За шкафом. Ай! Сраный шкаф! Ну нахрен! Ну это очень какие-то крутые зомбари стреляющие. Как с ними разбираться, вообще не представляю. Заходишь, просто выносят. Шкафом придавило. Ну типа того. Всем спасибо за внимание, с вами был Виктор, канал Витёк Плей. Не забывайте лайки ставить, подписываться. В описании ссылочек на плейлист и комментируйте, делитесь с друзьями, добавляйте в плейлисты. Всем пока!